Седьмой этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе» стартовал в Кубинке. Молодежь за то, чтобы помнили и чтили память героев, отдавших свою жизнь в Великой Отечественной войне. Эти слова стали лейтмотивом концерта, посвященного городу-герою Смоленску. Копия Знамени Победы, архивный бланк присяги смоленских партизан, ручная граната РПГ-40, символы эстафеты 2021. Их будут передавать из поселения в поселение в течение всего года. Я считаю, это очень хорошая идея и очень важно помнить о том, что было, чтобы особенно детям передавать дальше по каждому следующему поколению эту память, помнить о наших героях. Праздничный концерт подготовили творческие коллективы Кубинки. На сцене не только песня, но и театрализованная инсценировка фрагментов военных действий. Проект главы Одинцовского округа «Салют Победе» успешно развивается, расширяется его география. Татьяна Викторовна Одинцова считает, что причина такого успеха очевидна. Любви к родине, к защитникам нашей родины, к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. И как сказал сегодня Андрей Робертович на планерке, что это уже стал брендом Одинцовского городского округа эстафеты «Салют Победы», который с каждым годом все больше и больше присоединяются жители Подмосковья, и мы этим гордимся. Начальник территориального управления Евгений Степаненко – офицер. Воевал в горячих точках. Для него вдвойне приятно принимать здесь, в Кубинке, эстафету «Салют Победе». Гости отметили отличную организацию торжества, а его финалом стала передача символов эстафеты Новоивановскому. Эмилия Рекелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».